На один день Староманинский район стал центром притяжения военных. 25 октября в области прошли крупнейшие в стране учения военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск. Личный состав высаживался с самолетов Ил-76 и Ан-2. Авиационное прикрытие обеспечивали перехватчики МиГ-31, а зачистку местности – бомбардировщики Су-34. Староманинский район Ульяновской области сотрясался от рева реактивных двигателей и залпов боевых машин. Десантирование привлекается около 5000 человек личного состава 7-й десантно-штурмовой дивизии Горной, 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии и привлекается частично личный состав 31-й отдельной воздушно-десантной бригады. По легенде, на месте приземления военнослужащие разведывательного батальона должны были захватить объект. Задача усложнялась тем, что условия учений были максимально приближены к боевым. Нам нужно взять объект, находящийся в южной части полигона. Кульминация учений состоялась на аэродроме Ульяновск-Восточный. После десантирования экипажи военно-транспортных самолетов отработали уникальный посадочный прием – афганский заход. Это быстрое снижение по спирали с отстрелом тепловых подушек, выход на посадочную прямую в 1,5 км до полосы, выравнивание самолета в предпосадочный режим и сама посадка. Этот прием могут выполнять только виртуозы авиации. Особенность в том, что самолет выполняет нестандартный заход. Вы это могли наблюдать на предельных возможностях, которые заложены для данного воздушного судна. По мнению командования, личный состав показал высокий уровень подготовки. Учения продлятся до 28 октября на других площадках. Виктория Шикова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.